моей мамы. Надеюсь, ты допрыгнешь если сам. Ты сможешь, помогать тебе я и не подумал. Помоги, помоги! Забудь, я пошутил. Ладно, пора открывать. За дверью еще одна дверь. Ладно. Так что мы должны сделать? Что? Подожди здесь. Как обычно, положись на меня. Ну что? Стой. Что? Символы. Я их узнаю. Маленькая книжица, большие цилиндры. Вертится, вертится колесо. Какая скука. Не можешь пожалеть? Погоди, я пытаюсь поднимается из пола. Давай, займись лучше делом. Что, надо муки намолоть? Что это? Готово. Города. Спасибо. Его.
Что это за твари? Что? Пугало. Страж запретного пути. Весьма впечатляющее пугало. Лазаревич, я все сделал. Отпусти их. Опять торгуешься. Но ты раскрыл карты и проиграл. Вот тут твой путь обрывается. Нет, 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 не сейчас. Я хочу, чтобы он увидел Шамбалу и умер, зная, что я отобрал у него. Открыть ворота! Слишком давно путаешься у меня под ногами. На колени! Эй, эй! Зоран, был уговор. Не прощаю предателей. А, ну раз ты сам знаешь, как найти камень, значит, обойдешься без меня. Спасибо. На колени! На нас напали! Что это? Они повсюду! Помоги! Осторожно! Стреляйте, болваны! Ну, черт! Что это такое? Ах ты, дрянь! Бежи! Уходим! Идем. Все нормально? Нормально, я цела! Бегом, бегом, бегом! Я цела! Бегом, бегом, бегом! Тихо! Надо немедленно выбираться отсюда. Когда я это увидела, я потом ночами не спала. Ладно, идем. Идем. Некогда зевать. Идем, идем. Кто-то добрался сюда раньше нас. Ну, будем надеяться, нам повезет больше. Да. Похоже, эти трупы лежат тут лет 70. Эй, им это мало помогло, но возьми. Спасибо. Угу. Так, Лазаревич и компания наверняка отправились в город, так что если доберемся до выхода, сможем спокойно уйти. Нет, Хлоя, мы должны найти Чинтамани. Что? Надо остановить Лазаревича. И как вы собираетесь это сделать? Найти камень первыми и уничтожить его. Эй, подожди. Только не говори, что веришь в эту сверхъестественную чушь. Я уже не знаю, чему верить. Ладно, если ты не понял, этот человек — клинический идиот. Думает, что исполняет пророчество.
и что камень сделает его неуязвимым, бессмертным. Мы стоим посреди Шамбалы, и ты говоришь о невозможном? Ты видела, сколько пуль всадили в тех тварей. Это очень странное место. Тем более надо убираться отсюда, пока можем. Я просто пытаюсь все исправить. И, возможно, спасти мир. О, боже. Слушай, милая, миру наплевать. Если ты высунешься, тебе откусят голову. Ты же ненавидишь Лазаревича. Да, я хочу наказать его не меньше, чем ты. Но ничего из этого не выйдет. Вот, вот чем это закончится. Нет, не в этот раз. Ну ладно. Ты с нами? Вы идиоты. Ладно, пошли спасать ваш чертов мир. Опять эти уроды! Назад! Не подпускайте их! Крепкий орех! Стреляй! Стреляй! О, черт, у них взрывчатка! Нам нужно более серьезное оружие. Это уж точно. Давай, тут надо перепрыгнуть. Там все нормально? Это сок, вроде той смолы. Он хорошо горит. Отойдите. Что за черт? Боже мой, что это? Не так все страшно. Другой разговор. Пошли.
очень знакомо. Конечно. Вот где лежит камень Чинтамани. На! А ведь когда-то здесь было очень красиво. Немного жутковато здесь, а? У нас гости. Опять? Шш. Говорила же, было слишком тихо. Может, не заметили? Елена, назад. Черт, да тут повсюду солдаты. Клинило. Не хватает противовеса. Ты вроде как нужного размера. Смешно. Ладно, сейчас. Ладно, поехали. Давай! Ну, практически прибили. Ах!